Закончился сезон и для хоккея «Дворово». Шайбе сегодня подарили крылья на корте «Чайка», что в 7-м комплексе. Сегодня здесь состоялось закрытие турнира на звание сильнейшей команды зимнего спортивного сезона 2020-2021. Такой турнир проводится впервые. Он 7-й по счету и заключительный в спортивном сезоне «Дворово» юношеского хоккея. Как это было, расскажем далее. Финальная игра – борьба за звание лучшей городской команды. Всего на льду сражались три команды лидера прошлых сезонов – «Белые медведи», «Юности» и «Бригантина». И хотя последняя не попала в финал, но надеется на реванш. Чтобы дружба была, самое главное. Вот один за всех, все за одного. Отдельный турнир среди лидеров сезона проводится впервые. Еще одно отличие этого турнира – это то, что здесь разрешили участвовать юношам 2002 года. То есть этот матч станет для них последним в этой лиге. Игра между «Юностью» и «Медведями» была жесткой. Белые выигрывали в сухую. «Юность» даже решилась пожертвовать вратарем на какое-то время. Однако и это не помогло. За что боролись, на то и напоролись. Давно не занимались хоккеем. Ну, я еще один игрок, в частности. Вот давно не занимались хоккеем, и как бы вот и наш результат. На подающий момент уж, конечно, были тяжелые. Без этого никак. Сейчас проводим турнир, название «Сильнейшая команда сезона». Это время проводим впервые, мы никогда такого не проводили в формате. Здесь участвуют три сильнейшие команды сезона. В итоге с сокрушительным счетом 8-0 победили «Медведи». Лучшие игроки и команда получили заслуженные награды, а подобный опыт дополнительного турнира для лучших, возможно, повторят и в следующем году. Виктория Евсеева, Роман Гейтман, Челны-24.